Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Шустрила, Джек Шепард и я, Артур. Origins. Вот мы здесь. Здрасте. Это невероятно. То, что я сейчас вижу, это просто невероятно. Что ты видишь? Новое все. Все новое, никто ничего не знает. Мы в первый раз здесь, и мы около метровицы. Джек Шепард не может найти город, хотя... Я нашел вывеску ПК-геймер. Больше ничего не вижу. Вы видите огромную стену? Метровица 2 километра по дороге. Я могу бежать в Метровицу, но рядом со мной какой-то нереально гигантский город. Тут нереально высотные здания. Отель из Черногорска. И, в общем, да. В Метровице. Бегу в Метровице. Метровица или Метровица? Метровица, наверное, да? Метровица. Шепард, что видишь ты? Я вижу стадион. Нормально, оставайся там. Стадион. Короче, в чем прикол этой модификации? В том, что она самая лучшая модификация, потому что здесь можно строить дома, можно строить машины, и вы бы видели местный вертолет. Это просто ржака. Вот. Я видел невероятный плод. Это, в общем, создал его какой-то, видимо, непризнанный новый зомби. Новый зомби? Да, здесь новый зомби, потому что тут есть вообще один руку несет свой, у второго топор прям в лоб воткнут. Короче, смешно очень. У нас же 8 этих патронов изначально. Здесь достаточно серьезно поменен баланс, то есть можно этот полчаса бегать и не найти никакой пушки. Пушек тут очень мало. Тут все подъезды открыты, можно в любой подъезд. По большей части, да. Жесть какая. За мной зомби, я умер? Здесь есть топор. Прикольные места типа секретных лабораторий. Помнишь этот объект? Да ладно! Мальске? А здесь гораздо больше такие штуки. Они серьезно спрятаны, и я вам не скажу, где они. Офигеть, я чувствую, мы здесь залипнем. Я вижу этого зомби, про которого ты говорил с топором. А из него его достать, наверное, нельзя, да? Это просто как моделька. Да-да-да. Самая главная проблема, короче, этой модификации, то, что здесь, ну, то есть строили любители, можно полчаса бежать и, допустим... Я нашел ствол. Молодец. Да. Это же ты. Артур говорит о том, что... Ты говоришь, что это невозможно. Ну, это же ты. Короче, можно полчаса бежать, там, увидеть, что тупик, и полчаса бежать в обратную сторону. Я нашел вам ствол. Отлично. Если вы увидите гоночный трек, я там. Я уже молчу, все. Я человек, куда? Я возьму попить, тут еще 4 этого, 4 банки воды. А, у меня рюкзака нет, прикинь! Да, кстати, тут нет рюкзака, и поначалу стартуешь с пистолетом, что само по себе неплохо. Да, действительно, шансы на выживание поднимаются. Собственно, я нашел 911-й, без патронов. Я нашел. Покушать? Я тебе покушать принес. Братишка. Так, у меня тут, кстати, сквознячок небольшой. Арбалет, я думаю, стоит ли его взять? Наверное, стоит. Я вижу International Hotel. Это... Я его тоже вижу, давай так там встретимся. Где-то там встретимся, я думаю, да. Я понял, договорились. Так, если облака у нас куда идут? Джигурду с синим лицом, не стреляй, пожалуйста, я тебя очень прошу. Я такую вижу, я просто вижу черный стрим. Неважно. Пагни. Куда у нас идут облака? Облака? За горизонт. Идут на восток, как правило. Как правило. Колесо так, я убрать не буду. Мне двигаться куда тогда? Спортзал. Я на гоночном треке. Что? Двигайся к нам. Вот между... мы в Метровице, ты на гоночном треке. Ты от гоночного трека двигай к Метровице, короче. Это шикарная наводка, шеф, я тебя понял. Уже двигаюсь. Слушай, я нашел бетонную мешалку. Она на ходу? Нет, она... Ну, в таком случае я нашел танк. Ну, просто... Танк, окей. Просто бетономешалка, она ее можно взять и с ее помощью строить себе дом, походу. Нет, я не думаю. Этот, скажи мне, я дедушку Ленина нашел. Че нашел? Дедушку Ленина. А, ну бывает. Но, блин, ну, в статую, не настоящего. Ага, слава богу. Ну да. Короче, я в таком месте, в таком периметре, откуда вот как раз то, про что я говорил. Выход только один, и он далеко. И мне придется назад пилить. Мы решили для общего развития сделать серию... Я нашел Волгу. Молодец. Я могу сказать лишь одно, что с этого гоночного трека, мать его, нет выхода. От третьего лица, чтобы... Ну, я выбрался. В разнообразии, так сказать. Я просто соскучился по виду от третьего лица. Очень сильно. Четырех колес не хватает, а так-то можно ехать. Ну, так-то да. Только четырех колес не хватает. А ты только обычные машины находил пока, потому что здесь есть очень ржачные машины. Так, нет, сюда не пойду. Ну, это похоже на черную Волгу. Ну, когда ты увидишь ржачную машину, ты заржешь, так что это не она. Я понял. Хорошо. Короче, ну, дедушка Ленина я вижу, а тебя что-то пока не очень. Где ты? А, ты нашел дедушку Ленина? Я нашел попить. Вижу дедушку Ленина, иду сейчас к нему. Там школа недалеко от дедушки Ленина. Угу, понял. Ты что, ты действительно здесь где-то? Я тебе говорю, я прям вот где-то метрах 50 от здания. Школы? Или дедушки Ленина? От дедушки Ленина уже, считай. И тут заправка рядом, и школа. Да-да-да. Тут как он это делает?
Ты меня обманываешь. Господи, я к нему подхожу уже. Я просто не прячусь даже, так что, чтобы ты меня увидел. Но я так понял, что ты там слева от меня, короче. Так что, come to me, майнер. Я... Во, вижу тебя, Артур, рули налево. Да я знаю, что ты там, короче, пойдем. Джек Шепард, где ты? Я на Елисейских полях. Ты говнарь. Я Джигурда. Ты смотри на это, ты смотри на кто король. Ай, красавчик, мага. Вот, да, мага 0.5, идем в школу. Сейчас я тут посмотрю, ну ты тут проверил, наверное. Я, да, я там лутанул, там, правда, было что-то еще, наверное, но я проверил. Так, о, револьвер, я нашел револьвер. Поздравляю. Отлично. Магазин от Макарова заберешь мой? Чтобы ну, кинь его куда-нибудь, я не знаю. Ты где вообще? Так, у меня есть сумка, в принципе, уже. Я в школе, на втором этаже. В школе, ок, иду. Угу. Ребята, я заблудился. Я не знаю, где. Вот, короче, у меня патроны в этом лежат. Ага. Ты нашел чешский? Револьвер. Да, чешский рюкзак. Тихо, сын. Да я. Нет. Я проверял. Шумишь. Так, да тихо это. А тут еще один револьвер лежит. Но у него уже патронов, к сожалению, нет. О, ладно. Мне на самом деле Макар все равно больше нравится. Я нашел дрова и какой-то диктофон. Кодлог. Что такое кодлог? Не знаю, разберемся. Это какой-то зам... Это для сейфа. Короче, в чем прикол? То, что здесь мы, в отличие от Намальска, вообще ничего не знаем никак. О, я и нашел себе. Грубо говоря, не играл. Вот, если честно, Блэк самый опытный, он нам про него рассказал. На самом деле, я смотрел просто стрим 105-го. А, ну то есть, там, тара-та-та. Ага, реклама. Так, я нашел компас, нифига себе, я знаю азимуты. Так, почему я чешский не могу взять? Мне, видимо, придется... Найдите слушай, карту, иди, возьмешь отсюда болтов, они на крыше тут на втором этаже, и тогда да, я смогу взять этот рюкзак. Понял тебя, иду. А болтов много? Два всего. Ну, это нормально. Это нормально. Маньяк, я, кстати, давно Ван Хельсинга не устраивал. Я на втором этаже, но никакого... Иду. Господи, балкон. Да. Я тут. Все, вон, забираем. Понял. Там, видишь? О, так это рюкзак вообще. Ой. Он исчез. Он исчез. Там, Days of Origins. Григорий. Подожди, он у меня высвечивается. А найдите карту, а? Карту? Нет. У меня есть компас. Я двигаюсь на север, это все, что я могу сказать. Иди на запад, Джек. Where are you? На запад, но я это просто так сказал, я не знаю. Шикарно. Потому что я двигаюсь на север, здесь вода. Я вышел к воде. Dead end. Артур, пора валить. Сейчас пойдем. Кстати, мне кушать нечего, вот тут еще такое. Кушать нечего. У меня одна кен есть. Ты совсем дохнешь? Не-не-не, я имею в виду просто, если вдруг приспичит, то будет плохо. И тут воды много, хочешь воды? На первом этаже есть вода. Ты на самом деле возьму, чего нет-то. Правда, у меня рюкзака нету, вот, так что... А чешский? Он же не взялся. Испарился? Да, я же тебе говорю, испарился. Я предлагаю продолжать движение по этому городу и лутать его дальше. Я предлагаю, ну, Джек Шепард бы найти, конечно. А может быть мне в рестарт нажать и появиться где-то рядом с городом? А может не стоит? Иди сюда, Артур, два к Макару. Я просто это... вообще не знаю, где. Для аутокрыша роли будет очень вредно. Ладно. И спички, и еще два магазина к Макару вот здесь. Слышишь, это прям вообще ты у нас будешь стрелок. Ну, мне хватает, в принципе, четырех, куда еще больше-то. А вот еще, как, что значит, я тебе в сумку тогда возьму себе, если мне мало. Спички, хорошо. Теперь я бегу на восток. Это вообще один большой остров или сеть каких-то островов? А можно их... По-моему, да. Потому что вдалеке я вижу на горизонте. Что это за место? Это поликлиника. Понял? Короче, здесь как? Здесь, похоже, два. Один поменьше, один побольше острова. И еще есть маленькие островки, на которых всякие кланы устраивают милиция. Свои лагеря. Артур, полицейский участок слева. Надо вот он. Я думаю, там АКСУ найдем, да? Я надеюсь. Чем они там еще пользуются? Макарщами. Бутылки. Они бухали. Бутылки тоже подходят. Я нашел сумку тебе. Хорошо. М16! Я вижу порт. Антибиотики. Ништяк. А в городе, где вы есть, порт? Да, по-моему, должен быть. Докер, там такие доки. Там краны какие-то, да. Не спрашивай нас, мы сами не знаем. Come to me. Не, так вы осмотрите все вокруг. Может, есть? Да, сейчас возьму. Здесь две штуки лежат. Это крайне круто. Так, где сумка? Иди сюда. Вот, сюда. Подожди, там же патроны для револьвера. Да, сейчас. Я понял. Нет, я первый навидел. Так. Где сумка? Возьми арбалет, вон лежит, вот она, появился. Так может, так и чешский?
Господи, почему это происходит? Может, я на них плохо... Нет, может, ты на них плохо... ладно, короче, неважно. Зачем мне арбалет? Блин, чтобы стрелять с него? Я ненавижу арбалет, я с него... А что делать? Дайте мне арбалет. А, я тебе отдам его, короче. Так, арбалет значит... есть, две стрелы есть. Окей. Ты говорил что-то про какие-то антибиотики. Они здесь вот, да, заходи в ту комнату. Вот в эту. Ага, вижу, взял две пачки. Шо? Ты готов? Чё, ты порт видишь? Подходишь? Я вижу порт, да. Ой, короче, пойдем сейчас найдем порт. Найдем берег просто, короче, и все. Согласен, согласен с тобой, но попить не мешало бы нам. У меня вообще, я пить не хочу. Я, нет, я имею в виду поесть не мешало. У меня есть одна консерва сардин, ну, одна только. Я уловил У меня тебя. Есть три воды, не надо меня улавливать. Нет, и так норм. Твою мысль. Так, подожди, а тут ты все проверил, да, уже? Ага, да. Красава. Шкафчики не открываются, очень жаль. Да-да-да, я справа от входа, если будешь выходить. Понял, иду. К девятиэтажкам. Согласен. И у берега это лодка какая-то. Лодка, да, я знаю, где он. Так. Тут два крана. Погнали, короче, лодка, его найдем. Лодка такая убогая, плот, короче, да, с ящиками. Да, в углу в самом. Да, веди к нему. Веди к нему, угу. Где я, да? Дай-ка подумать, откуда же я пришел? Может, пойдем крови наберем? Тут просто вот смотри, какая штука. Сейчас наберем крови и пойдем. Да. Ну окей, пошли. Это типа критические ситуации, если будут, чтобы мы могли их решать. Мы просто запаримся ломать без топора. У меня есть топор. Как ты успел его надыбить? Есть. Хантер XXX. А у тебя есть арбалет. А она уже раз... Опа. Опа-па. Так, аккуратно, пацанчики. А, куча красных контейнеров, там не вы? Красные, серые контейнеры. Джек, я знаю, как тебе помочь. Прям горами просто навалены. Ты должен прийти в эти доки, тут гаражный кооператив какой-то, Артур. Должен прийти в этот док, и там будет дорога. Она будет вести прямо в Митровице. То есть вглубь острова. Да, то есть именно вглубь острова со стороны этих доков. И ты так здесь сразу... Здесь ни хрена. Бинты и кровь. Вот что нам нужно. Здесь нет. Подожди. Я вижу здесь... кровь, я вижу... Вот, и все. Отлично. И между ящиков нет, да? Ага. Я понял. Я забыл патроны взять по револьверу, но ничего страшного. Бинтов я наберу, потому что мне нужно перевязываться очень сильно. Я готов. В принципе, я знаю, с какой стороны Джек Шепард придет, поэтому давай, наверное, за мной, хорошо? Окей, веди. Придется... А когда трав не работает. Ну, от зомби оторвемся сейчас, хорошо? Давай, пойдем. Хорошо. Хорошо, ты от зомби отрываешься. Не говорю, а дорога извилистая была же, да? Такая, да. Отстойная. Я там еще велик бросил недалеко. Так, и сразу пожелание. Я точно буду, короче, очень мирным и стрелять буду уже в самом последнем случае. Следовательно, мы будем точно такими же. Ну, вы как хотите. Мне просто хочется больше это... И это правильно, это интересней. Дружить с вами. Я нашел кирку. Кирку? Короче, если даже человек меня будет прицеливаться, я сначала постараюсь с ним договориться. Убьют, так убьют. Я буду оптимистом в этот раз. Вот так, вот. Так ты будешь туда переговор среди справа двухэтажные дома. Окей. Заходные, кстати, потом зайдем туда. Как что за ТТ магазин, а для чего это? Ну, видимо, магазин ТТ. ТТ. Пистолет ТТ, Токарев есть. Тульский Токарев. Угу. Тульский, я забыл. Так, а это что такое? Это мы тут были, а магазин... Автострада? Автострада, но она скоро кончится. Джек, я просто... что видишь? Я бегаю так... Я сейчас... бегаю в этих, в заводских зданиях. Я понял. Ты видишь большую трубу, Джек Шепард? Погоди, сейчас не до этого. Нет, он не видит оттуда. Ой-ой-ой, что-то у меня такой пролагач прошел. Я походу карту нашел или что это? Я уже вижу. Погодите, это какой-то блюпринт. Блюпринт это маленький чертеж здания. Чертеж, судя по всему. Но он мне не нужен, я так понимаю, да? Нужен, бери все. Нужен, это нам штука пригодится. Но вообще сначала нам бы какой-нибудь кемпинг-тент, чтобы это все дерьмо можно было складывать. Именно. Что тут? Или я бы не отказался от УАЗика. О, обойман. Это было бы вообще хорошо, конечно. Но я не думаю, что с самого начала у нас будет... У вас фляги есть? Офигительный мод! Нету. Вообще, есть куча обычной воды. Я сейчас возьму флягу. Вы в курсе, ребят, что воду здесь теперь кипятить надо, а то легко заразиться? Ололо. Да, это вроде еще тогда было, да? Я уже раз 15 заражался от того, что не свежую так, воду. Так, я вижу машину, по-моему, нет? Где? Вон, это нет, она мертвая. Да. У меня просто так светились ее стекла, что я прям обрадовался. Угу. Я нашел еду. Амбар, смотри, спереди, с красной крыши. Джек Шепард где-то вот здесь должен быть, 100% я тебе даю.
Я вот это место, оно мне... Эта дорога слишком большая, это не она. Она где-то здесь должна уходить в какую-то маленькую. Джек Шепард, ты видишь потлача СМ-16. Не пугайся. Да, все нормально. Он так, я взял топор. Так, вот где эта табличка. Тут сейчас будет справа метровица. И куда, откуда ж я вышел? Судя по всему, вот так я шел, да. Честно, в первый раз, как в первый класс. Это хорошо. Потому что на Мальске уже ты, по крайней мере, у нас был проводник, а здесь мы сами ничего не знаем. Изъезжено уже было. Я и в Черноруссии изъездил все, что мог. Вот сейчас нашел там... О, слева вертолет разбитый лежит. У кого-нибудь из вас есть револьвер? Да, у меня. И беру патроны тебе. Красава. Так, и бинт. Даже такое ощущение, что слева в казармах кто-то есть. Что-то там у меня высвечивал. Ну, то ли, скорее всего, зомби просто. Зомби ходят, наверное. А это не казармы, прежде всего. Да, зомби ходят, я вижу. Там какие-то гаражи, как ты вы говорили, подземные, но я не думаю, что там можно спускаться. Канистры какие-то красные. Полно как. Ага. Детали. Вон, я вижу эти доки. Все, я пришел куда надо. Молодца, память есть. Тут еще патроны на твою пушку, но они мне уже не влезут. Нам еще станаги пригодятся. Задний мы Джек Шепард видим сейчас, наблюдаем. Артур, покажи скилл Ван Хельсинга. Нет, я вот такой скилл покажу. Макарова? Сквозь стенксинга. А, понял. Скилл елочника. Да. Короче, помнишь вот эти вот красные контейнеры, которые ты говорил? Вот да. Мы сейчас наблюдаем их. Меня не видите? Из завода мы видим все сзади. Видим тебя. В елке не он? Нет, вот он стоит. Около здания, да? Да-да-да. Кручусь вокруг себя. Все правильно. Направо. О. Вот все на нас смотришь. Опа, джигур, да. Ту-ту-ту-ту-ту. Пойдем. Вот оно, воссоединение. Погодите, я вон там что-то видел. Стивен, ты? Что-то лежит. Да-да-да, это я. Что-то такое, нет, это не предмет. Там, Макс, тут это патроны для тебя, два рожка лежат. Ты... В конце здания вот этого. Джек Шепард, come here. Еды надо? Там как много. Нормально. У меня одна баночка есть. Ну, и фляжку кому-нибудь вот я скину. Надо будет. Вообще на сервере довольно много народа, топор, поэтому... Топор, ребят. Возьми, Джек. У меня есть. Тогда я возьму. Каким образом? Где патроны для меня? Скинул фляжку. Патроны для тебя в конце здания. Фляжку? Ну давай, я возьму. Капец, ты такой страшный. Кто я? Да что ж вы пристали? Я дитя рок-н-ролла, отстаньте. Отвратительно. Так, 45 АЦП, то что. Так, Артур, тебе баночку еды кинуть или у тебя есть? У меня есть шестрилики. Все хорошо. Тут какие-то... Максим! Вот бетономешалка, смотрите, вот она. Я кидаю еду на землю. Сумочку нет, пожалуйста. А у тебя сумочка? У меня есть сумочка. Я кинул ее на землю, слушай. Как ты мог? Ладно, возьмешь тогда уж, ну. Да не вопрос. Так, все, я не могу так же. Шикарно. Выйдите наружу, здесь бетономешалка, я хочу вам ее показать, чтобы больше вопросов не было. Да, я видел. Я не видел. А, вот, это бетономешалка. Она нам. А, так ее нужно взять прям? Да, я тебе говорю, ее можно собрать. А, нет, не могу. Так, теперь давайте я вам скажу, откуда я пришел и где я знаю, что есть. Теперь давайте мы пойдем обратно в метро и уже нормально его полутаем. Город вообще крутой, Джек, там такой город, это просто... Здесь города просто огромные. Справа вообще от нас вдалеке будет вот этот чертов гоночный трек, так что и там тупо лес, больше ничего нет, и вода. Когда я в первый раз запустил эту модификацию, где-то, наверное, месяца два назад, я с этого гоночного трека, просто когда на него наступал, я не мог выйти, у меня ноги ломались, все. А я там... То есть ты все-таки был? Конечно. Нет, знаешь, чем мне не нравятся эти серваки от третьего лица? Я объясню. Я вот когда сейчас начинаю, ну, колесиком крутить и слева направо, я вижу и машины, и велики, и людей. Вот все. То есть я сейчас прибегу прямо в свой велик, хотя я бы так никогда его в жизни не нашел. Вот здесь он стоит. Вон и вон мой велик стоит. Так бы его в жизни не нашел, отвечаю. Вот. Да, вон стоит. Ты проверял, там нет никаких этих казарм, нет, да? Нет, я все смотрел, никого нет. Ок. О, вон вижу город. Блин, я так был близко от него. Да, представляешь? Совсем только в другую сторону бежал. Зомби! Ало-ло. Идите домой. Что-то меня заразила эта хрень. Вон там есть этот... Зомби скажите, по-новому кричат. Через 600 метров wheel cart. То есть машина маленькая для картинга, и на ней можно, видимо, ездить. Да, а людей вы не видели еще? А, нет, только вас я видел. Это не странно, потому что карта очень большая. Народ людей я, говорит, не видел, только вас видел, Артур. Ну ты понял. А, ну... Справа машина убита. УАЗ там стоит. Через 100 метров стоит УАЗ, но он такой не состоит. УАЗ.
Здесь очень много дают транспорта именно. То есть, ну, он все время сломанный, но, по крайней мере, он стоит, его можно найти. Я бы, на самом деле, собрал Волгу с удовольствием. Это нам бы очень помогло, кстати. А город-то большой. Давайте пешком пока побегаем. Потом соберем эту Волгу. Сейчас просто всю серию будем заниматься этими масляными делами. А сейчас нам нужно найти еду. Я правильно понял? Еду, оружие, да. Кемпинг-тент, все как спицназ. Надо. Спицназ! И зомбаков, кстати, потеряли. Они же там не бегают, да? Ага, да. Оп, ну, нет, то есть ты не мог отбежать, да? А спецназ, если не надо. Вот. Ты спецназ, да. Так. Ну ладно, так обычно. Подожди, а как делается этот рывок вперед? Два раза, по-моему, нет? Здесь не делается, я пробовал. А, понятно. А тут не работает? Так, тормозите, на кон, давайте на корточки. А чё, к трубе не пойдем? Или там, чё, вообще, давайте у, видите. У трубы ничего, на самом деле, нет. Там... В спортзале в этом тоже я ничего не видел, на самом деле. Так, танк стоит на постаменте. Да. Сейчас садимся, едем? Поехали. Окей. Я говорю, городишки здесь такие прям Припять. Угу. Слышь, ну если я сейчас вижу человека СМ-16, который будет впереди нас и будет на нас смотреть, ну я ж реально не ручаюсь. Ну нет, нет, ну не, ну нет же, ну. Меня пустишь вперед. Так, вон впереди школа, пойдем ее лутать. Я не буду читать, что написано на табличке справа про США. Так, я вам рекомендую сейчас быстро бежать в школу, а там разобраться, нет? А где школа? А вот школа, да? Ну типа. Как я школу не увидел? В этой школе что-нибудь лутается, интересно, нет? Я надеюсь. Смотрите, светофор работает на желтом. А, нет, я не Origin заходил. Я заходил в Тевиана на сервер. И а, там видишь, была такая же разве школа. Не одно и то же? Нет. Ого. По-моему. Сколько парт. Что у них за уроки были? Я прикрою. Мартин, Пекл, Един, Торт, сложнее, 250 грамм муки, 3 яйца, 0,5 грамм млека, 180 грамм цукру. К радостным юртам радостно иди. Година математики. Отлично. Господи, мы сюда за патронами пришли. Алло. Здесь, погоди, по-моему, есть спортзал. Мы образовываемся. Я в спортзал пошел. Джек Шепард. Что? Ты снова опоздал на мой урок. Учитель, не бейте меня. Ну-ка, вернись сюда, поганый мальчишка. Вернись за свою парту. Никто на канатах не хочет. Значит, можешь использовать таблицу умножения. Мой к тебе вопрос. Ленин. Это... Кто стрелял? Я. Это Джек Шепард. Это был Ленин. Я вижу Ленина, сразу стреляю, простите, у меня такой рефлекс с детства. Футбол лига. Ладно, ух, Джек Шепард, палишься. И шутками не надо, да, палиться как-то это стрелять. Все, я спасу дальше. Учитель, вы меня напугали. Периодичная таблица элементов. Это они по приколу так сделали, или это какой-то язык такой есть? Это, мне кажется, какой-нибудь сербский, там, приднестровский. А мне кажется, это наоборот русский, но... Деревянный конь! Деревянный конь! Мой собственный деревянный конь! Отсюда всю мебель вынесли. Какой деревянный конь? Ты чего? На там втором этаже деревянный конь. Тут много деревянных игрушек. Ты хоть сказал, что на второй поднимаешься, а то я сейчас... Тут кубики. И тут есть деревянный конь. Деревянный самолет. Все, конь мой. Клир. Так, ладно, вернемся в ужасную атмосферу зомби-апокалипсиса. Ладно, тут есть танк деревянный, зеленым цветом покрашен. Джек Шепард, ты можешь ко мне подойти? Я вижу, кое-что на стене. Да, маленькие дети. Маленькие упоротые дети. Привет. Капец. Это твой ПМ, нет? Где? Где из кармана выпал? Не мой, в руках. То есть тут все-таки что-то есть, оказывается. Острая все-таки человека, сваловая система, сердечная система, слуничная система. Вот это прикольный класс. Ладно, все, выходим, я считаю, потому что здесь что-то как-то... Я понял вас. Как-то Шепард. Безлюдно, да? Follow me. А, окей. Подожди, а что там в подвале? А, нет, там нет подвала, мне показалось. Макс, ты в стене что-то нашел? Я от третьего лица. Я пользуюсь всеми преимуществами. Справа зомби присели за забором. Удачи им. Шепард, ты идешь? Я учи, радостно. Я думаю, где-то здесь поблизости есть пожарка, потому что... Хотя нет. На меня зомби согрелся. А зачем вы повернули направо? Ну ладно, там просто зомби. Там я просто был, там ничего нет. В воздухе что-то висит. Артур, беги. Это чертежи. Чертежи. А, выглядит забавно. В отеле были? В отеле были? Нет, он у меня там еще закрытый. А-а-а. Ну должен быть. В отеле я же был, там нифига нет. Вот заводы. Я сейчас все-таки давайте посмотрим, если есть колеса. На тут... заводах лежат одно колесо, лежит двигатель, лежит и бетономешалка. Ага, понятно. Одно колесо этого мало. За нами полгорода бежит.
А это что за здание впереди? Это, видимо, милиция, больничка. Смотрите-ка, милиция. Мы были там. Мы там были, и там мы нашли М16. М16, именно. О, машина без колес всех. Это Прага. Отстой. Что там? Геймерс. Ок. Дима Фокса убили, ну надо же. Давайте-ка оторвемся, пожалуй, здесь. В больничку забежим с одной двери, выбежим из другой. Ну, окей. Типа, оп. Опа, она... а куда они поднимались? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тут вообще все почистили. Я думал, хоть этих возьму. Это мы тут были уже просто. Мне надо еще патрон тебе перекинуть, не забыть. Но у меня уже некуда. Вот пожарка, вот пожарка. Отлично, был прав. Аккуратно все. Я понял. На крыше никого вроде как. Вертолет разбившийся тут валяется. В чем я осмотрюсь вокруг него или там не лутается? Я зашел на первый этаж, иду дальше. Хотя чего вас спрашиваю, что же не знаете. Ладно. Чисто. Второй этаж, антибиотики, домовухи. Ты, кстати, антибиотик ты брал, да? Да. Отлично. Магазин для Макарова банки. Второй этаж. Мне не надо. Третий этаж. Мешки с песком. Мешки с песком. Хожу это, в пожарку. Видимо, для дома, что ли, я не знаю. Либо первый этаж я. Первый этаж я. Угу. Все, можем уходить, в принципе. Ничего. Так, ну и все, город кончился. Не такой уж и большой. Чё тут еще у нас есть? Здесь дальше жилые дома и там... Тут, кстати, а вот это что за вышка большая стоит впереди? Видели? Ага. А начало как? Куча зомби я валю. Давайте я их, подожди, не вали... Я их на себя тяну, а вы машину посмотрите. Давай. Ой, зачем? Вставай. Господи. Они с серпами. С серпами зомби. Не, нормально все. Все, окей, я уже прицелился. У меня просто подмышило. А машина без колес. Так, ребята... Внутри ничего нет. Я нашел еще один велик. Два велика, отлично. И какой-то дом, кстати, стоит. Ничего нету. Old а, меня ударили. А, кровотечение. Очень жаль. Так, сейчас, ладно. Я в пожарку развернусь на секунду. Эти сволочи хотят поиграть. Давайте поиграем. Че, начал валить? Да. Тихо, машина едет. Машина едет по дороге, приезжает. Вижу. Останавливать, команда. Останавливай. Блин, где? У меня кровь течет. А, прошла уже, походу. В город вошла. Миролюбиво. КамАЗ останавливай. Да вон она проехала. Ты Шепард, ты ее видишь? Нет. Ты на нее смотришь. Я вот обстрелял ее как мог. Ушла, короче. Он уехал из города? Все, это были последние мои залпы. Патронов больше в МК нет. Так, хорошо. Я зашел в пожарку и сейчас буду перевязываться. Зомби вроде не против. Они идут. Если что. Ну они идут, но я успею. Выстрел? Это я с револьвера. Да, слышал револьвер. А там, кстати, смотри, здание где-то вдалеке. А вы видели, какая машина, типа с шипами бронированная? Да, вот я и говорил. Амбар там стоял. В чем это? Макс, подбеги ко мне. А, к тебе зомби бежит, брат. Двигайся. О-о-о. И насколько я знаю, в этой игре. Здесь просто стоит комбинезон. То есть этот мод Рокет больше всего поддерживает. Да? Г17, М16-2, Джек, здесь М-ка. Шикарно, где? Просто на земле, что ли? В елке стоит палатка. В ком-то мимо. А, хорошо. Так, ребята, я там недалеко от пожарки, в каком-то здании, кафешке, что ли, я здесь нашел себе кое-что. Так, да. А тут бы G17 я бы еще поднял, было бы классно, и нет. Только взять. Тихо! Конечно. Ау. А М16-то без патронов. Хотя тихо, какой у меня выбор? Шепард сейчас замес пойдет, походу. Ага. Так, я выкидываю, честно говоря, арбалет, мне он не нужен. А есть что-то взамен? Нет, я сёрно из него стрелять не умею и учиться не хочу даже. Давай я возьму арбалет, там тебе эмпу. Нормальный план? Оставь себе эмпу, ты лучше стрелок, чем я. Я арбалет обожаю просто. Ну, короче, он тут лежит на полу. Так, теперь мне нужно взять весь этот мусор, который тут лежит. Господи. Кстати, темнеет потихоньку. Да, тут уже по 4 часа. Может, наконец мне Элис Пак. Я могу open Элис Пак, но я не могу. В принципе, для начала, мне кажется, можно уже даже собраться и закончить. Ну вот здесь елочка. Ща, ребят. Сие события. Так, Элис Пак у меня. Если ты из... Замечательно. Так, сейчас, что вы там делаете? Ты пойдешь... За пожаркой.
Ждем тебя. Ты пойдешь за этим? За арбалетом? Да плевать. Нормально тогда. Все, сейчас подхожу, ребята. Я посмотрю просто, что тут есть вообще. Конечно. Мы пока заняли отличные позиции. Джигурда на месте. Ну и в принципе все. Так. Зомби. Блин, опасно стоит. Ладно, хрен с ним. Короче, иду к вам. Угу. Давай. Вы в елках. Я так. Да, дальше беги. Дальше через эти елки, сзади пожарной станции, там, где ехала машина. Оп, я у тебя дороги. Вижу. Ты прямо на меня бежишь, хорошо. Возьми, да вот. Да вижу все. Ага. За тобой бежит юноша средних лет. Да, черт с ним. А он же сомнительная наружность. Угу. Ну, собственно, что? Давай. Собственно, да. Чё, заканчивай. Как я и говорил, самый офигительный мод для Дейза. То есть в нем есть вообще все, за что мы любили Дейз. Как когда я сказал, что я буду миролюбивым, а потом кричал: стреляй в него, стреляй. Это сразу показало, какими мы будем. Ну, постараемся быть мирными вообще. Джек Шепард, я сейчас. Просто когда ты видишь машину, ты забываешь обо всем. Да, машины — это просто главная ценность. Ну, как видите, здесь машины такие необычные. И вообще тут все необычные, новые, мы нифига не знаем, поэтому будет интересно. Собственно, вот такая серия. Как у вас впечатление, ребзя? Отлично, за вами зомби бежит, поэтому двигайтесь. Да, но он бегает за мной. На этом все, увидимся. Спасибо, что были с нами. Артур, Джек Шепард, Шустрила. Всего хорошего. Пока. Всем пока.